Спортивная весна во Владивостоке символично началась с соревнований по сноуборду. Открытый чемпионат по параллельному слалому уже четвертый по счету. Это значит, что основная серия состязаний уже позади. По сути, здесь подводят итоги прошедшего сезона и формируют планы на следующий год. Общий уровень участников все-таки потихоньку растет, и борьба становится все, как говорится, жестче и жестче. То есть до последнего не ясно, кто будет победителем. Возраст разный, то есть от 7 лет и старше. То есть есть спортсмены уже на шестом десятке. Даже, ну, среди любителей. В параллельном слаломе все решает скорость и ловкость. Участники в формате этакой дуэли объезжают установленные флажки, или вешки, как их здесь называют. На трассу длиной в 600 метров уходит в среднем около минуты. Несмотря на юный возраст участников, справляются с задачей все, и причем без какой-либо дрожи в ногах. Сезон прошел просто отлично, научился много новому, ходил на тренировки, почти ни одну не пропустил. Как трассу прошел? Трассу прошел, ну, я думаю, нормально. Второй раз пройду лучше, второй квалификационный заезд. Ну, в общем, все очень хорошо. При всей такой праздничной атмосфере чемпионат носит серьезный характер, что подтверждает опыт многих участников. У некоторых уже есть звание КМС. Например, эти девушки хоть и ведут себя на соревнованиях непринужденно, однако показывают результаты отнюдь не шуточные. В прошлом году сноубордистки попали в десятку лучших на первенстве России, куда, кстати, собираются вновь уже в конце месяца. Я как бы занимаюсь сноубордом 3 года, но все равно, получается, в сезон может быть по-разному соревнований. Я на всех участвую, но все равно перед каждым соревнованием волнуюсь. Мы полетим после закрытия сезона в Казань на всероссийские соревнования, так что будем ждать побед. Несмотря на то, что сезон во Владивостоке подходит к концу, местные спортсмены не собираются расставаться с доской еще ближайшие пару месяцев. Приморцы по традиции хотят посетить склоны Сахалина, Магадана и Камчатки, где погодные условия позволят еще на немножко растянуть удовольствие от катания. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на 8.